Мур, привет, друг, это Зверько. А на тестовые выкатили очередного нового бойца с неблагозвучным именем Терпила. Теризла. Выглядит внушительно, машет офигительно. Что там по навыкам? Что заметно сразу? Скорость бега 255 единиц, в то время как у большинства остальных бойцов 260. Ниже скорость перемещения у Леоморды 240. Окей. Минус 5 бега не критично. Что по навыкам? Пассивка. Когда у Теризлы становится менее 30% ХП, он получает защиту, уменьшение входящего урона на 60% в радиусе 3 ярда. Они у нас визуализированы зелеными щитами, но если урон придет с большего расстояния, чем 3 ярда, он пройдет полностью. Кроме того, Теризле нельзя увеличить скорость атаки, она сходу превращается в урон по формуле 1% в 2 очка физической атаки. Так себе бонус, должен сказать. Первый навык. Теризла пускает волну, которая проносится сквозь противников, нанося урон. Проклинает первую цель и замедляет ее на 40%. Самого же Терпилу ускоряет на 40% в течение 3 секунд, а потом проклятие взрывается на цели. 2 урона. Удобная догонялка, но волна не быстрая, не далекая, зато красивая. Второй навык. Напоминает удары Хильды, но область гораздо больше. Первые 2 удара в веерной области, последний в круговой и по земле. Он и сильнее первых 2 и замедляет врага на 30%. Ну, могли бы что-нибудь придумать поинтереснее. Например, сбивал бы броню врагу, прям как на турнирах, когда от ударов отлетают стальные и титановые пластины. Ульта. А вот что мне понравилось. Очень эффектно выглядит. Теризла ставит зону дискомфорта, где к шарниру в центре прикрепляются враги, и шарнир их тащит в центр, в 3 рывка нанося урон. Бег целей замедляется на 80%. Жаль, проверить сходу не могу, можно ли прыжком из ульты выпрыгнуть. Вражеский бот ведет себя неадекватно и не применяет навыки на меня. Я не собираюсь тебя обманывать, герой мне не зашел. Напиши в комментариях, как он тебе. Подпишись на канал и поделись видео с друзьями. Держи лапку и удачи тебе!